Я Дмитрий Рашевский, я играю в КХЛ. Три года меня отдали в секцию фигурного катания. Я прозанимался там 2 месяца и перестал ходить. Потом смотрел хоккейный матч с папой и сказал, что я хочу играть именно в хоккей. После этих слов меня туда и отдали. Плюс был в том, что когда я пришел туда, я уже умел кататься, в отличие от других ребят. Поначалу все давалось сложно. Я был очень активный ребенок и, скорее всего, безответственный. Мне было интересно, но я приходил и занимался своими делами. Мне было неинтересно, что говорит тренер. Я просто бегал, толкал, уходил, там, занимался чем хотел. Был очень недисциплинированный. Затем тренер перевел меня во вторую группу к слабеньким. В какой-то момент папа спросил меня серьезно: «Ты хочешь заниматься этим делом?» Я сказал, что хочу. И он начал меня дополнительно возить на тренировки в другую команду. Я считаю, что для спортсмена важны 3 пункта. Это питание, сон и объем тренировок. Чем больше объем тренировок, тем лучше. Отдыхать тоже нужно, но активно. Тогда ты будешь на следующий день в тонусе. Сейчас я понимаю, что бессмысленно переживать, если что-то случится. Ты все равно это не исправишь, поэтому лучше хорошо потренироваться и пойти с чистой совестью отдыхать. Не всегда все зависит от тебя, все дело в случае. Я никогда не думал, что могу играть во втором звене в КХЛ, но тем не менее я там играю. Когда я выхожу на лед, моя задача — отобрать шайбу, отдать пас, бросить, стать опасный момент, забить или разыграть какую-нибудь комбинацию. Я спокоен и хочу выиграть. Но больше всего в жизни ненавижу проигрывать.